Ладно, но у нас была, вот, например, интересная казарма. Она располагалась на набережной Мариса Тереза. Сейчас, по-моему, Софийская уже вернулась название. Это прямо напротив Кремля, напротив Спасской башни. Слышны куранты. Можно, забыл сколько времени, посмотреть это самое из окошка и увидеть, сколько на Спасской башне показывают. Да, это? Вот. И это вроде хорошо, но иногда бывало и грустно. Так посмотришь, посмотришь, думаешь, а у тебя-то жизнь собачья. Отбойно спать тебе не хочется, доносит ветер звон курант. Такая ночь не скоро кончится. О чем задумался курсант? Увы, не физик и не лирик ты, ни хулиган, ни дипломат, а лишь с портфелем чище выбритый академический солдат. А по реке ложатся он близки, как на погонах белый кант. Москва уснула, только он не спит. О чем задумался курсант? И будут девочки потертые ловить тебя на перехват. Зачем не спишь ты ночь четвертую, академический солдат? Увы, не физик и не лирик ты, ни хулиган, ни дипломат, а лишь с портфелем чище выбритый академический солдат.